Мозырская милиция разыскивает женщину, которая волею случая стала владелицей детского велосипеда. Хозяйка детского трехколесного транспортного средства розового цвета оставила его на детской площадке возле дома номер 38 по бульвару Юности вечером 18 августа. Позже, как видно на кадрах, с камеры видеонаблюдения велосипед с площадки увезла прохожая. Если вы узнали женщину, изображенную на ваших экранах, просьба позвонить по телефону 8029-538-2223 или 102. Анонимность гарантируется.